Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Against the Storm. В прошлый раз мы попытались с вами пойти на среднюю сложность миссии и попытать удачу абсолютно в рандомных, грубо говоря, событиях. У нас это не задалось, королева на нас обозлилась, но при этом не оставила нас без ресурсов в виде запаса пищи, за счет чего мы, собственно, проапались. Насколько я помню, проапались же. Мы проапались. Да, у нас осталось 11 запасов, и мы уже на следующий уровень... А, стоп, можем скакнуть на следующий? Скорость продвижения поселенцев увеличена на 2%, получать одно дополнительное начальное очко. Давай. Грех жаловаться, мне кажется. Мне кажется, грех жаловаться. Забираем, пусть будет. Так, возвращаемся на общую карту, берем тогда минимальную сложность и двигаемся в направлении... Я вот, кстати, не знаю, что вот это такое. Плодородные земли, модификатор. На полянах можно с большей вероятностью найти плодородную почву. Хо! Ну давайте попробуем. Давайте попробуем за устом, а это как-то влияет на награду нашу? Сколько награда? 48? Что-то здесь не так. Тут еще эффект какой-то шишки есть. Или желуди, что-то было. Это эффект дает плодородные земли. А что за желудь вот этот? Вот, когда я навожу, вот здесь появляется желудь. Узнаем, не проблема. Так, первопроходца меняем на поселенца. Наше поселение остается Пердексбергом. Так, по ресурсам у нас теперь 4 очка. Древесину со старту, наверное, нет смысла брать. Давайте возьмем лучше корешки. Немножечко глины. Глина, кстати, двоечку стоит. И эчки. Хотя, в принципе, с помощью дерева мы можем быстро улучшиться. Например. Хотя мы куда-то разве торопимся? Абсолютно нет. Так, что у нас здесь? Несколько поселенцев, новички. Так, здесь у нас выходит 9 в общем числе. Ну, практика показала, чем разнообразнее у нас население на старте, тем лучше. Тем лучше, поэтому я думаю, что мы возьмем и лизардов, и людей. Единственная проблема, что нет бобров. Ну да ладно. Так, наша цель 12-14, надо накопить королеве. О, награда 16. А, то есть на следующей сложности 48? Это как-то неправильно, что ли? Мне так кажется. Так быть не должно. Что-то слишком дохера разброс. Ладно, я попробую еще раз первопроходца, но это плохо закончится, мне кажется. Так, плодородная почва, среднее количество. Так, условия, вот, желуди. Королевские леса очень пышные и богаты древесины. Деревья дают больше древесины. Ну, звучит, звучит пока все очень хорошо. Так, природные ресурсы, в принципе, все те же самые, что и были. Единственное, что нет чистого камня. Но я надеюсь, что он нам и не пригодится. Будем чуть внимательнее смотреть за теми зданиями, которые нам дают. И будем уже от этого плясать. А что, минус один? А, мы сложность подняли, точно, поэтому и минус один. Окей, яйки тогда нахер, поехали. Так, добрый вечер, диспетчер, у нас все есть. Так, давайте сразу же сходу, не отжимая даже паузу, сразу закроем все вопросики. Так, выкладывайте дорогу сюда, выкладывайте дорогу сюда. Так, у нас есть волокна, у нас есть ягоды, у нас есть капуста. Так, из строений собирательских... У нас и все на свете. Единственное, что меня угнетает, что у нас сейчас лесорубы будут люди. А, стоп, у нас один бобер есть. Откуда ты взял? А, у нас же два новичка там был бонус, да? Это получается один бобер. И еще один лизард, либо один человек пришли. Окей. Это не самый худший расклад. Так, что нам здесь предлагают? Что нам здесь предлагают? Плантации. Растительные волокна с ближайших огородов. Такой себе лагерь. Подожди. Подожди, я сейчас проверю, что у нас есть в наличии. У нас есть убежище, у нас есть огороды, но нет ферм. Опять, кстати, та же ситуация. Так, это мы все сможем собрать, это мы все сможем собрать. Так, хорошо, у нас сбор ягод и капусты, это разные, да, здания, к сожалению. К сожалению, да, и на них придется конкретно потратиться. Я не уверен, что я хочу на них пока тратиться. Так, точно лагерь дровосеков, давайте глянем, что у нас... У нас здесь целые 3 поляны маленькие, даже 4. И вот здесь еще одна, а дальше выход уже к агрессивным зонам. А, не, вот еще маленькие есть. Вот еще капелька маленьких, и вот еще капелька маленьких. А все остальное это агрессоры. Ладно, давайте ставим сюда, будем здесь вырывать 3 маршрута одновременно. Ставим сюда раз, сразу же назначу... Пробейте маршрутик здесь, пробейте маршрутик здесь, пробейте маршрутик здесь. Так, хорошо. Нам бы сначала вскрыть, а потом, наверное, забрать
чтобы мы могли понять, с чем нам лучше работать. При том, что... А, у нас все единички, вот в чем проблема, что он мне предлагает. А здесь предлагает двухзвездочный на травы. И двухзвездочный ягоды и расти. Ну, у нас, кстати, он вот сюда идеально встанет. Но я думаю, что мы дадим время. Дадим время для того, чтобы наши ребятки вскрыли хотя бы пару полян. Я так понимаю, что чертежи никуда не денутся. Мы от этого хуже жить не начнем. Так что пусть начинают строить. Сразу же ставим сюда бобра двух людей, потому что за неимением других бобров. Избегать поляны. Избегать поляны, кроме отмеченных. Понял. Так, камушек нам предлагают, да? Так, поселение специализируется на производстве тренировочного снаряжения. Один к настроению ящеров за 70 тренировочных... Так, получить ресурс 30 мяса каждый раз, когда поселение... Каннибализм, это, по идее, плохо. Но нам как будто бы намекают, что лучше взять. А я могу ничего не сделать, просто чтобы оно повисело пока. Пусть повисит. Так, давайте, ребятки, собирайте. Дерево у нас 20 единиц есть. Давайте так, не, давайте хотя бы одно поле хотя бы вырыть, чтобы у нас хоть какая-то инфа была. Так, указы, поехали, что у нас есть? Лагерь дровосеков 2 штуки или открытие 3 полян. Так, здесь мы что получим? Наборы разведчиков. Рабочие в поляном событии могут нести больше вещей. Ну, не, такое. Так, здесь целых 3 части, еще 2 новичка. Здесь доски и кирпичи. Давайте, наверное, по лесорубам пойдем. Так, тут у нас настрой бобров 16. Нам нет смысла сейчас бобров апать. Построить 35 троп. Что мы за это получим? Жители передвигаются по дорогам быстрее на 10%. Вот это очень хорошо. А тут 2 бобра. Но это нам сложнее будет сделать гораздо. Сейчас со сколько? 11 у них настроение. Давайте выкопаем трупы, это проще. Это проще, это быстрее. Так, древнюю скрижаль получить, открыть 2 поляны. Восстановить или уничтожить руины. Вот с этим не факт, но здесь инструмент. Инструмент плюс к камню и к глине добыча. Давайте вот это тогда. Это пока все остальное оставляем. Так, нам же нужно поставить еще одну дровосечную. Ребяточки, вы как относитесь к тому, чтобы стать дровосеками? А мне, кстати, засчитало уже или нет? А, мне уже засчитало 27 троп, которые я поставил. Супер. Это сэкономит нам время. Однозначненько. Так, с этим понятно. Давайте еще один лагерь, где у нас там проходы. Вот здесь где-то пусть еще один лагерь будет. Давайте, бринга. Так, тут у нас лизард тусит, бусты свои дает. Все остальное топливо пусть жрут по стандартному приоритету. Так, сюда поставим одного человечка. Бобров уже больше нет? Бобров больше нет. Так, зона у нас расширенная, тут будет добыча. Скоро можем поставить жилые дома. Так, ребятки, давайте, рубите. Я хочу увидеть проход. Немножечко. В принципе, каннибализм можем взять. Я думаю, что мы все равно не пойдем в сторону лизардов. Каннибализм пусть будет. Вдруг кто-то сейчас откинется, а мы мяска получим. Грех жаловаться. Так, давайте. Да боже, вы одно дерево вырубить не можете, вы же серьезно. Так, хопца-дрыца-оптаца. Так, здесь есть яйки. И есть какой-то черт с маленьким лагерем. Требует овощи, даст либо 2 людей, либо 10 янтаря. Я не уверен, что нам есть сейчас смысл топить на людей, потому что у нас их и так достаточно вроде бы. А янтарь он-то всегда пригодится. У нас вообще есть 8 овощей? У нас есть 8 овощей. Ну давайте назначим сюда какого-нибудь лизарда. Бляха, ну здесь бобры. Ладно, давай бобров. Пригласить новичков. Так, вырывайся, здесь хелпанешь. Плодородная почва здесь еще, точно. Но в чем проблема? У нас нет фермы. То есть, если эту штуку мы берем, то мы ее сейчас используем только вот в этом удобном месте, грубо говоря. Ну, давайте, пусть будет. Пусть будет плантация забер... О, второй сразу. Так, здесь, наверное, не торопимся.
Так, давайте я сначала поставлю плантацию. Ага, шо? А, на древесину требует. Прошу прощения. Я ж надеюсь, что у нас есть сразу же кустарная мастерская, слава богу. Так, ставьте ее сюда. Пяу. Так, здесь нашли шо? Гнезда боровика и корешки. Не густо. Не густо, но пока ладно. Давайте еще одну полянку. Так, еще одна полянка, очередные поля и, собственно, волокна. Короче, это здание нам в любом случае пригодится и там, и там. Единственное, что нам надо доски сделать. Так, ребяточки, вот это все пока убираем. Вот это убираем. Оформите, пожалуйста, 10 досок. В прошлый раз нас научил, что надо всегда ставить ограничители на производство, чтобы не было неприятностей. Поэтому мы постараемся. Так, тебя можем забрать. Этого товарища сейчас капустой накормим. Что это было? Окей. Капустой накормим, надеюсь, он останется доволен. Так, у нас выполнена одна задачка, да? Забираем, что мы получили. Новичка две штуки. Части, смолу и, собственно, благодарность королеве. Так, итого у нас куча народу, кстати, не заселенного. Что у нас по дереву? По дереву у нас пока очень плохо. У нас пока что очень плохо, и бобров мы недополучили. Сейчас получим здесь бобра. И запустим его тогда в работу. Так, я сюда никого не назначил. Здесь тоже бобры нужны. Ага. Идите работайте. Так, поляны вскрыли. Уничтожить или восстановить руины. Вот с этим у нас пока не заладилось. Немножко. Так, еда начинает проседать. Ну ничего, сейчас мы дождемся доски. И будет жизнь сахар, скорее всего. Давайте, давайте. Я понимаю, что вам сложно здесь работать. Но надо, надо, иначе никак. Так, первый закончил, второй закончил. Так, ставим плантацию. Она как-то очень... Может, это не то, что я думаю, плантация? По-моему, это не то, что я думаю. Это не сбор. Я правильно понимаю? Да, это не сбор. Это выращивание. Это чуть другое. Ну ладно, с другой стороны, круто, что мы будем выращивать собственные растительные волокна, но... Есть нюансик, так сказать. Ну ладно, ставьте. Так, добьем тропинку. Вот сюда, пожалуйста. Так, по сбору яек. По сбору яек. Мы могли бы, кстати, поставить челиков. Но пока не будем. Так, лесопилка может производить мега-доски. Свитки, наборы товаров. Употребление бурановая вода. Пока что у нас сбора воды нет. Ткацкая мастерская, кирпичи, керамика. Давайте втопим в доски. Так, здесь у нас писарь, кладовая и швейная мастерская. А я взял не ткача, а доски, да? Поэтому швейная мастерская нам особо не горит. Окей. Окей, окей, окей. Нам нужно будет еще и запасы воды эти клятые поставить. Ну ладно. Так, мука нам точно никуда. Зерно мы пока что не сажаем. Ладно, пока пусть повисит. Хотя, бляха, там еще один вариант есть. Там еще один варик есть. Бочки требовали железа. Насколько я помню, пайки можно будет продавать, что, в принципе, очень хорошая затея. Бурдюки, хрен с ним. Но здесь все двухзвездочные, либо один трехзвездочный и два однозвездочных. Давайте кладовую. Небольшая ферма. Во, 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 во. То, что надо. То, что надо, тогда мы сможем двигаться. Либо лагерь охотников, который нам даст больше мяса и яиц. Не, давайте зерно. Я думаю, что мы выйдем все-таки в кухню рано или поздно. Так, вот это все заберите. Нам здесь нужен проход человеческий. Так, мы должны были получить еще одного бобра. Еще одного бобра. Так, вас пока здесь оставлю. Здесь бобр, будь добр. Так, отправляем. Здесь ждем, пока построят. Вы же произвели... А, они же их на склад сначала кладут, точно. Вот, 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 вот это беда. Ладно, пусть кладут. Пусть кладут как есть. Если что, я заранее поставлю здесь план. Сейчас вот сюда надо тебя впихнуть. Идеально. Здесь мы будем тогда выращивать волокна, здесь будем выращивать зерно. Меня, в принципе, такой расклад устраивает. Лесопилочка, лесопилочка, они требуют насосики. Ты тоже требуешь насосики, поэтому пока отдыхайте. Сколько у нас стоят насосики? Не, стоп, это не то. Вот. Дождесборник требует стройматериалы и древесину. Пока ждем. Пока, я думаю, и так справимся. Хотя на нас уже злюкается немножко. Лес. Но ничего страшного. Кто на нас только не злюкался, я вас умоляю. Так, ягоды здесь не сажайте.
Ну, а, кстати, еда летит в дно, если что. Еда очень активно летит в дно, поэтому я думаю, что мы сейчас временно поставим каких-нибудь сборщиков. Хотя бы временно, чтобы они собрали хоть какую-то еду. Другая проблема в том, что у нас нет пересеченных сборщиков. И это очень плохо. Тростник, волокна, камень этот. То есть нам на все нужно будет ставить отдельные сборочки, что мне лично не нравится. Ну хорошо. Как будто бы у нас был выбор когда-то. Так, ставьте пока сюда. Так, я закрыл? Не закрыл. Так, закрыл, теперь они передвигаются быстрее. Получили 10 камня и, собственно, пахлаву медовую от королевы. Так, небольшая ферма не имеет огороды, сейчас заимеет. Так, огороды сюда оформите. Закиньте сюда двух людей, занимайтесь волокнами. А теперь мы снимаем человека отсюда. Снимаем человека отсюда. Можем, по идее, пока лизардами заменить. У нас их 6 штук, они нихера не делают все равно. Давайте. Хоть какой-то профит с вас будет. Блях, мы на второй уровень вышли, да? Не надо, не надо, стоп, стоп, стоп. Верните мне первый уровень. Все, найс. Так, сюда закидываем людяу. Ставим огород. Что-то их здесь очень мало. Я бы сказал, даже очень-очень мало. Ну ладно. Так, еще нам чертеж предлагают. Погодите. Так, здесь быстренько собери, пусть лизард тебе поможет. Можем вам даже временную дорогу сделать. Так, есть такая пьянка-гулянка. Давайте хоть глянем, что у нас здесь. Производство свит... О, сушильня. Производство угля, копчености и кирпичей. Это очень хорошо, на самом деле. Очень хорошо. Но есть нюанс. Как всегда, есть нюансы. Копчености вообще, нам бы выйти в них, это было бы очень хорошо. Но у нас пока что нет источников мяса. У нас много источников яиц есть, но они в копченостях не задействуются. Хотя было бы очень странно. Пока оставим, пусть висит. Пока оставим, нам бы сейчас добыть ту еду, которая есть, уже было бы восхитительно. Так, где у нас еще товарищи, которые собирают ягоды? Будьте добры. Нам нужны еще новички. У нас не хватает народу чуть-чуть. Так, через 2 минуты будет еще апгрейды. Потенциальные. Так, занялись рассадой, молодцы. Здесь почему-то не дотягивается. Ну и хер с ним. Не дотягивается, да и по боку. Сюда вы тоже не дотягиваетесь, да? Это плохо. Здесь бы было неплохо сделать проходик быстрый. Давайте-ка я вас перекину чуть сюда. Для того, чтобы вы вот здесь сделали переход. Я надеюсь, у вас это получится. Накинем еще. Так, краевой камень до сих пор не выбран, новички. Да что вы мне этих лизардов пихаете, господи. Они предлагают очень неприятный набор. Но по количеству все равно одно и то же, но здесь уголь. Здесь уголь, а здесь стройматериал, часть. Давайте, наверное, вот этих разнообразный винегретик наберем. Так, поляна открытый ивент не выполнен. Так, камушек, что тут? Некоторые работники по дереву просто не умеют отдыхать. Получите три чего? Три бочки? Ага, получить три бочки за 10 досок. Это звучит очень хорошо, на самом деле. Так, набор особых инструментов для извлечения артефактов. Получите 2 артефакта, ресурсы крепости, за завершение опасных или запретных полян. А, то есть это плюс к тому, что мы получим за задание, да? Я правильно понимаю? Это интересно, вот это звучит, мне кажется, лучше. Пусть будет. Пусть будет, тем более, что доски мы сейчас будем, скорее всего, активно делать. Пусть приступают. Так, ребятки, я понимаю, что у вас нет ни желания, ни времени этим всем заниматься, но надо, иначе вы с голоду начнете скоро пухнуть. Это я вам так добрым словом намекаю. Так, поставьте еще жилые массивчики. Нам нужно 19 жилых мест. То есть вот этого нам не хватит. К сожалению, очень хотелось бы, но не хватит. Так, все, стройка пошла. Я доволен. Стоп, я вам не выставил. Тихо, тихо, не трогайте овощи. Не трогайте овощи, занимайтесь только зерном.
Хоть там и немного мест под посадку, но лучше, чем ничего. Так, что у вас? Что такое? В этом здании никто не работает, освободить работников или изменить рецепт? Какого хера здесь никто не работает, когда здесь два человека? Ничем не занимаюсь. Так это не ко мне вопрос, это к вам вопрос, вы ничем не занимаетесь. Ладно, сейчас решим. Так, вино, керамика, получим продвинутое виноделие, тростник и это дело. Так, здесь мега-копчение получим, янтарь за что? За настрой ящеров... Не, это невозможно. Это невозможно. Мне кажется, вино вероятнее, чем этот. Производится в погребе, либо хижине алхимика, либо красильне. Это ужас. Это ужас. Ну давайте брать вино. Тут выбор как бы такой себе. Так, здесь нам что предлагают? Пожертвовать масло 20 единиц, 20 угля. Взамен мы получим плюс к смоле. Описывая топливо очага горит на 20% дольше. И 20 слитков меди. Неплохо. Поднять настрой бобров до 22. Бляха, ну это сложно. Стоимость проданных товаров 12 янтаря. А у нас нет торгового поста, если что. Но нам при этом предлагают печеньки. Уже как бы, да, заманили. Так, производство быстрее 15%. Это что? А, рубка леса. Инструмент, ну давайте. Попробуем втопить в бобров. Ну, я не знаю. Оно не похоже на то, что у нас это получится. Поэтому я пока рыпаться особо не буду. Так, это у нас 6. 18. Закроем, уже будет хорошо. Уже будет хорошо. Так, тут я назначил. Людишки имеются, людишки имеются. Так, мы ненароком открыли еще поляну, в которой еще есть лен. Еще плодородная почва и малый лагерь. Так, что за лагерь? Капусту меняют на людей. У нас что-то такое уже было. Давай, меняем капусту на людей. Капусту мы собираем, кстати, но у нас еды все равно не хватает, я прошу заметить. Я прошу просто заметить. Ну и людей не хватает. Поэтому пока живем как можем. Скорость сбора увеличена на 50%. Урожайный сезон. Найс. Это приятно осознавать. Я надеюсь, вы действительно соберете достаточно. Так, настроение у них расти начало, но не то чтобы сильно, поэтому булки не расслабляем. Убежище им пока не дает супер... О, плюс 3 пошло, хорошо. Но у нас все еще один бездомный есть. Ну-ка, давайте закроем, увидим, даст ли нам бонус за общее лишение от бездомности. Ша, проверим. Так, а доски, я надеюсь, вы сделали, да? Чтобы отдыхать пошли. Да, досок 14 штук. Бочки у нас появились за то, что мы сделали доски. По всей видимости, нет. Ну и хер бы с ним. Так, чертежи. Пицарь, сушильня, либо коптильня. У нас нет мяса. У нас нет мяса. У нас нет мяса. У нас все направлено на фермерство. А фермерство это зерно, ягоды и, собственно, волокна. Это плохо. Это на самом деле плохо. Другого пути у нас приготовления еды пока нет. У нас вообще нет пути приготовления еды. Это я так. На всяк пожарный напомню. Так, ты дотягиваешься туда? Ты не дотягиваешься. Давай я тебя перекину чуть сюда. Вот это все выскребьте. Поставим здесь тогда сейчас еще одну ферму на ягоды. Чтобы у нас появился еще один источник еды. Потому что нам этого явно не хватит. Явно не хватит. Так, здесь у нас лизарды, кстати, почему-то до сих пор. Убираем отсюда лизардов. Произведите замену по рабочим. Спасибо. Посыбочки большое. Я, правда, не вижу, сколько здесь. 9, по-моему, да? Если 9, то это норм. Так, избегать полян, кроме отмеченных, чтобы он лишний раз сейчас не вырыл, куда не надо. Так, и тонкий вот здесь проходик организуй. Так, задача раздали, а эти лесорубы пусть просто пока освобождают вот здесь территорию. Оно нам рано или поздно все равно пригодится. Так, вывозим еще одних фермеров. Ставим сюда. Огороды. Ставим сюда. Дорожку, говорю. Дорожку выводим сюда. Давайте я еще и лесорубам этим несчастным выведу. То на них жалко смотреть. Так, давайте у вас все получится. Приступаем, красавчики.
А, стоп, да, я забыл. А там у нас X2 или не X2, подождите. Тут X2 ягоды. Ребята, сорян. Вас надо дистрактнуть немножечко. Немножечко дистрактнуть, сюда нужна плантация. Ничего личного, опять-таки. Просто бусинес. Немножко перестройте, ну боже, что мы первый раз или что? Не понимаю ваших проблем. Пока не понимаю. Ну да, слушайте, мы начинаем по чуть-чуть... По чуть-чуть пухнуть с голоду. Сколько у нас свободных ящеров, кстати? У нас ящеров куча свободных. У нас сейчас один ящер на плантацию пойдет. Где у нас? Давайте вот этих... А, они здесь так и не прорубили, да? Или не прорубили? Нет. Пока ставьте сюда. Я вот этим тогда приоритетну. Вот здесь, ребятки, очистите. И вот здесь заберите два дерева. Ящеры снижен настрой. Так, давайте лесоруба нахер отсюда. Пофиксили? Не пофиксили. Придется еще одного лесоруба забирать. О, пофиксили. Хорошо. Так, сюда накидываем сразу же двух ящеров. Они знают, что им собирать яйки, так что... Мы им не указ. Так, там скребется сюда. Сюда скребтись пока не надо. Этих лесорубов я сейчас перекину, наверное, вот сюда, чтобы они здесь поляны начали открывать. Иного пути не вижу. Так, сюда ставим одного человека и одного ящера. Бобра сюда не ставим, бобер у нас лесоруб. Волокна отменить, ягоды оставить, все. С этим вроде разобрались. 25 еды, слушайте. Мы катимся в дно. Очень стабильно. Еще каннибализм можно? Так, артефакт пронизанной силы священного пламени. Враждебность от дровосеков снижается на 6. О. Это звучит прям хорошо. Одобряю. Так, открыли полянку. Лёны корни. Да ёпер. Это не то, что нам надо. Так, вас перекидываем тогда сюда. Просто чистите здесь территорию. Просто чистите, а вас я... Сделали проход, да? Все, молодцы. Тебя, бобер, одиночка. А ты, бляха, ты сюда не влезешь, да? А, ребятки, вы могли бы здесь немножечко почистить, чтобы бобер-одиночка влез? Очень надо. Очень-очень надо. Так, посадка ягод пошла. Процесс, так сказать, налицо. Давайте торговый пост. Требует от нас обычные бревна. Не хотелось бы вообще-то занимать место у очага. Давайте куда-то сюда его втулим. Вот эти упоротые дороги надо убирать, конечно. Это никуда не годится абсолютно. Так, малый лагерь собирателей не имеет что собирать. Что тут еще? Корни. Корни ваши, все. Давайте вот сюда вас примкнем. Тропу теперь мы вам можем здесь организовать. Я думаю, что вы там справитесь. Ягодки тоже сейчас соберу, да? Да. Ягодки тоже скоро все. Ну, кстати, мы чуть-чуть даже плюс по еде получили. Мы уже не летим в пропасть. Новички ждут. Да. Так, что нам предлагают? Что нам сейчас надо? Нам сейчас нужны будут люди, скорее всего. Потому что мы будем ставить еще места от прямой добычи. Кирпичи и травы мне, конечно, не сильно нужны. Вот волокна, ткань точно пригодилась бы. Но мне не надо столько лизардов, вот в чем проблема. Я от них уже устал. Так, давайте еще жилые дома. Где у нас тут местечко? Здесь оставим проход. Ставим сюда, сюда дорожку. Заводите. Здесь бы поставить еще быстрый сбор льна. На самом деле. Так-то. Давайте я здесь тогда заберу. Кто у нас там был ответственен за растительные волокна, жнецы? Идите сюда. Я надеюсь, у вас все получится. Сколько у нас? Еще 14 материалов есть. Торговец прибыл. Супер, погоди, торговец. Я потерялся. Так, по бустам у нас жилище, копчености, шашлыки. У этих печенья, торты, наряды было бы очень даже неплохо. Но в том проблема, что у нас нет этого варианта. Мы можем двинуться в сторону копченостей. Давайте. Я не знаю, где мы будем мясо, конечно, брать. Я не помню, там, по-моему, помимо мяса еще что-то подходило. Но я могу ошибаться. У нас ткани нет.
Прошу простить, у нас же до хера волокна, да, уже? У нас 74 волокна. Ребятки, беритесь за ткань, двадцатку сделайте, будете молодцы. Так, яйки начали собирать. Еда уже пошла через ряд источников. Так, здесь у нас закончилось место. Есть куда тебя переносить? Где ты можешь быть полезен? По идее, больше нигде ты не можешь быть полезен, потому что больше нигде нет ягод. Ну, постой пока здесь. Так, вот этих ребяток перетаскиваем временно сюда. Добро пожаловать. Долбаните-ка вот здесь проходик. Так, я вам поставлю вот это вот правило. Все, чтобы они лишнее не вскрывали. Так, жилые дома есть. Сбор волокон есть. При том, что мы его потом еще и переместим. Сюда ставим людей, естественно. Естественно, людишек. Так, а ты у нас что? Я думаю, что ты у нас можешь переключаться на ягоды. Потому что проблема с едой у нас более очевидна, чем проблема с волокнами. Я надеюсь, ты меня поймешь, верно. Так, все, здесь рубают уже в силу свободного места. Зерна мы уже сколько накопили? Зерна 42 единицы. Я в яростном ожидании, что у нас появится пивоварня. Так, выбираем, что у нас здесь. 16 огородов, 15 наборов злаков. Мы получим 4 новичка. Плюсы по зерну. И нихера себе 8 частей. Так, здесь что сделать? 12 пайков, 12 наборов злаков. И мы получим... Скорость производимых наборов товаров на 300... Я про торгаша забыл, я прост. Давайте вот это пока выберем. Может, он засчитает прошлые наши поля. Было бы неплохо. Стоимость проданных товаров 45. Получим что? Торговцы будут ехать быстрее. Устраивает. Да, я провтыкал торговца. Это я, конечно, зря. Это я, конечно, зря. Но ничего страшного. И не с таким добром справлялись. Так, отсюда тогда пока забираем народ. Пусть здание пока что простаивает, это не смертельно. У нас еще есть мини-полянки? У нас больше нет мини-полянок. Вот эти две остались. И все. И все. А забуститься мы никак не можем, я правильно понял? У нас остается коптильню поставить, чтобы проверить по копченостям. Ну, давайте. Вот сюда ставим коптильню. Так, убежище, это понятно. Временный пост. Наборы злаков и наборы пайков же нам нужно сделать, правильно? Поэтому пост нам тоже нужен. Давай его сюда. Дальше, шахта. Только рядом с рудными или угольными жилами. У нас такого нет. Дождесборники, бляха, они дорогие. Вот в чем сложность. Они, собака, дорогие. Но давайте один поставим, пусть он уже начнет свою работу. Мы потом его куда-то, может, того-то этого. Так, склад нам еще один не нужен. Торговый пост у нас есть, гидрант не нужен. Можем загрейдиться. Загрейдиться в очишке. У него зона гигантская же, да? Давайте вот здесь. Вот это криво было. Это не одобряю. Вот, поставим скамеечки, чтобы получить следующий уровень. Это нам чуть-чуть улучшит положение. Но совсем чуть-чуть. Так, смотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь? Мы можем использовать зерно для создания. Нам сколько надо было подождать? Так, огород у нас есть, да, но засчитал набор злаков 15 штук надо. Давайте запустим 15 штук в крафт. Наборы эти мы будем делать на продажу. Да нам нечем. Нам нечем торговать. Набор из лаков мы еще можем как-то вторговать. Все остальное, наверное, нет. Так, это давайте я пока оставлю, но отключу. Вот так. Так, засылаем сюда кого? Давайте, пусть один товарищ работает. Хотя, что один? У нас же змеи сидят, нихера не делают. Так, коптильня, обрадуй меня. Ага, коптильня еще и насекомых может использовать. Но у нас насекомых нет. У нас есть корни и все. К сожалению, это все. Можем благовония. У вас же благовония идут в плюс, да? Сейчас где-то же было, что они в плюс. Так, используются в религии, в священных храмах и монастырях, в залах клана. Ага. Бесполезно, у нас нет этих зданий. Так, пока здесь ничего не производите, по коптильне ждем. По коптильне тупо ждем. Так, здесь еще один давай. Дигидон. Так, сюда ставим этого товарища, даже двоих. Собирайте, собственно, водицу.
Я надеюсь, что мы соберем хоть чуть-чуть, чтобы потом могли... стоп, что я сделал? Чтобы потом могли... Могли ее хоть как-то использовать. В смысле? Он здесь прорыл, но не прорыл? Товарищ, не надо так. У нас опять королева очень сильно злюкается, кстати. Очень сильно. Ну ничего, мы ее сейчас приугомоним с помощью наборов. Проданных товаров. Дождемся сейчас торгаша. А сколько, кстати, один набор стоит? О, 0,6, то есть десятка это 6. Десятка это 6. А нам нужно продать на 12 и на 45. Это сложно будет. Ну и настрой бобров надо как-то поднять. Бобры, бобры, бобры. Бобры, бобры. С оленями пока габелла. С отдыхом, ну у нас зерно есть. То есть если у нас появится таверныч, то есть шанс все-таки поднять им настроение. Ну, может, не в топовый топ, конечно, но... Какого хера ты до сих пор сажаешь? А, это прошлый уровень, все понял. Вопрос отмену. Так, здесь они сейчас дособирают. Сколько там осталось? 14 единиц здесь дособирают и перекинем их сюда. Пусть почистят территорию. Так, пока что мы держимся на грани. Не заступаем. Ох, твою мать, что случилось? Что случилось? Мы получили страшный дебаф. Общий настрой минус 4. Нормально. Самое главное, что мы не дотягиваем до единички. Мы ослабили влияние дровосеков на вселенское зло леса. Поэтому нам чуточку легче сейчас будет. Я думаю, что мы сейчас начнем копать скоро в сторону опасных мест. Так, здесь у нас морской кабачок. Еще поля. Что-что? Кровавый зубогрыз... А, зубогриб. Я пришел к зубогрыз. Что? Почему? Ну, можем направить сюда. Вы у нас как раз собираете грибочки, да? Ехайте сюда. Я не знаю, у вас получится здесь пройти или нет. Я сейчас расширю, насколько это возможно. Сейчас надо на блок вперед, вот так хотя бы. Так, есть, и вот здесь пару деревьев заберите. В принципе, мы можем здесь еще одно ягодное поле поставить пока что. В силу того, что у нас тупо нет другого источника еды. Ну, точнее, нам сейчас все источники еды являются очень полезными. Поэтому надо над этим подзадумываться. В придачу, мы, наверное, сейчас с вами увеличим... Сама древесина стоит херню, да? Тратим мы на нее достаточно много. То есть одна доска, 4 древесины. Давайте поставим запас 30. Запас 30, так как дерево у нас само есть, на продажу. То есть если к нам придет торгаш, чтобы мы им как можно больше могли втюхать. Так, рвы камушки. Но это один источник, дают больше ресурсов. Поэтому к ним можно совершать больше хода. К малым источникам плюс 5, к крупным источникам плюс 20. Утвержденный свод правил, каждые 5 поселенцев с удовлетворенной нуждой в образовании увеличивает общую скорость производства на 25%. Ожидаемый доход плюс 0%. Что-то мне не тот камень не нравится, честно говоря. Мы уже, в принципе, открыли все ближайшие поляны. Образованием у нас и не пахнет. Пока что. Сейчас, нам нужно закрыть вот этот набор злаков. И тогда мы хотя бы хоть как-то сможем шевельнуться хоть куда-то. Пока у нас с этим туго. Так, 16 наборов есть. Закрываем. Репутацию получили, этот получили. Камушек, не мигай, я знаю, что есть. Сейчас сделаю. Вот это мы завершили, да? 4 новичка должны были появиться. Плюс по зерну и части. Окей. 4 минуты, у нас будет еще открыто 2 задания. Ну, короче, есть нюанс. Ждем торгаша. Торгаш нам, по идее, поможет закрыть... Ну, почти поможет закрыть 2 исследования. Керамику можем произвести... А, у нас же нет глины. Какая керамика? Какая нахер керамика, господи. Так, собирайте пока все, что есть. Не помираем, и слава богу. Мы можем рискнуть открыть одну из этих полян на самом деле. О, керамику можем таким образом получить. Трубы нам вроде пока не нужны, это нам не надо. Давайте вот так. У нас 10 из 15 керамики. У нас вообще глина есть? У нас же 40 глины.
Давайте поднимем, где у нас? В коптильне? В коптильне, да. Так, поставим керамику до 15. Назначим сюда каких-нибудь бездельников. Пусть быстренько оформят. Так, и новый чертеж. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Твою мать. Ну, плащи есть. В принципе, мы можем уйти в плащи. Давайте. На это есть надежда, хоть и невелика. Но надежда имеется. Так, давайте недалеко от склада, где-то вот здесь. Пришвартуем. Так, держите буст. Так, грибы почти собрали. Нормально. Мы движемся... Мы на плаву, скорее. Я бы не назвал это движение в какую-то определенную сторону. Так, давайте. Двадцатка, чтобы всегда было при себе. Ремесленника, скажи мне... А у вас есть у кого-то вообще потребность к бурдюку? Или он идет как потом смежный ресурс? Производится швейной мастерской. Используется ремесленник. То есть где-то он еще нужен будет, по всей видимости. Ну, окей, это пока все забираем. Не назначил никого. Так, давайте пару бобров сюда накинем. Так, этот пусть долбит сюда проход, потому что ему потом сюда залазить. А, кстати, почему потом? Ты здесь один трудишься, да, бедолага? Давайте я вот этих ребят сюда кидану на пару минут. Ребяточки, вот здесь надо прочистить. Я понимаю, что дороги к вам нет, но вы как-то это ж... Боритесь и поборить. Ну, все дела. А, камни, камни, камни. Ну, давайте. Сейчас мы откроем еще одну поляну, мы уж там буст хотя бы получим. Так, вы все собрали, да? Переезжайте сюда. Молодцы. Так, по водице мы, кстати, нормально насобирали уже. Наполовину минимум заполнены все резервуары. Но! Мы добыли уже все источники еды. Кроме корешков, да? А ты у нас... Что здесь делаешь? А, ты яйца собираешь. А ты, кстати, не дотягиваешься. В смысле? Вот сюда встань, пожалуйста. А ты что здесь делал? Ты как раз и должен был здесь добывать корешки. Переезжай. А что там еще? А, там еще и волокна. Переезжай сюда, дорожку вам оформим. Начинай собирать. Торгаша что-то давно нет. Торговец в пути 5 секунд. Давай. Добро пожаловать, молодой человек. Что мы с вас можем поиметь? У меня нет вообще янтаря, но у него есть целых 40. У него есть целых 40. Почему у меня только 7 наборов злаков? М? А, они не были перетащены с главного склада. Точнее, с этого побочного склада. Окей, забирай все наборы злаков. Это всего лишь 4 янтаря, что у тебя здесь? Репутация 0.5. Каждое полученное очко репутации снижает нетерпение. Это круто. Оценил бы. Так, производство волокна в плюс. Сколько у нас, кстати, волокна? У нас 80 штук. Технически мы могли бы его забустить и торговать чисто волокном, но это тупо. Лучше торговать тогда тканью, хотя... Я не помню сколько. Там, по-моему, 6 волокна на... А, на 2 ткани. Все равно бессмысленно торговать ткань. Так, хорошо. Смола у нас, в принципе, нигде сейчас не задействуется. Давайте смолу в половину отсечем, этот половину отсечем. Мы получаем 13, а нам минимум нужно вторговать на 12, а то и на 45. Вообще было бы хорошо. Давайте продадим тогда доски, как я и планировал. 10 штук, это всего лишь 15. Это очень мало. Это очень-очень мало. Есть нельзя, но можно обработать. Супер, травы это топ, вообще одобряем. Это, конечно, близко к тому, что я хотел бы, но нет. Ну ладно, давайте хотя бы первую цель закроем. 15 мы получим, за 15 мы ничего не откроем. Давайте тогда добьем до 17. Вот так вот. Ты нам давай 17... 18 он не хочет. Он вообще нам не хочет ни копеечки лишней дать. Вот этот ж ты мразота, господи. Ты б только знал, серьезно. Какая же ты... А стоп, подождите, почему? Почему он высчитывает 14 янтаря, он их считает по своему собственному курсу? Ты чё, охерел, пес? Янтарь один к одному, какого хера он один к 25? Один к одному 25. Он просто с нихера делает себе наценку? Ты шо, пес, смердячий?
Я тебе мордашку расфарширую. Ладно, тогда надо подумать. У нас есть вариант закрыть часть задания, которое в принципе ничего не изменит, потому что настрой бобров мы так и не подняли до 22. А либо мы можем бустануть зерно, чтобы в будущем лучше торгануть зерном. Ой, зерно, говорю, этот волокном. Но это плохая идея, мне кажется. Давайте тогда не на янтарь обменяем. Возможно, оно посчитает именно стоимость проданных товаров. То есть нам не обязательно менять именно на янтарь. Сейчас мы это и узнаем, короче. Сейчас наберем тогда мясо. На все это добро. На всю котлету, как говорится. Наберем мясо и сделаем из него копчености. Что в свою очередь поднимет людям и ящерам настроение. Нам нужно поднять бобра. Нет, так не сработает. Так, а бобры у нас очень упоротые. Можем им чисто закупить соленья. Но этого не хватит, чтобы поднять им почти на 10 единиц настрой. И то не сработает. К сожалению. Не та, не та схема. Вино. О, можем 20 вина взять. Или нам нужно его именно произвести? Нет, керамику мы не производили сначала. И она засчиталась. То есть, соответственно, мы можем 20-ку вина взять, закроем квест. Остается у нас еще 12 керамики в янтаря в распоряжении. Нам засчитает 12 сюда. Очень жаль, что у него здесь здания нет. То есть, что у него здесь только всякая хрень на бусты. Репутация 0.5 понижает. Но это нам поможет спастись, но у нас денег не хватит. Это не то, что я хотел бы. Совершенно. Ну ладно, давай все остальное чистым янтарем тогда. Что я могу сказать? Ч-ч-ч-ч-ч. Давай я тебе чутка докину. Что я тебе могу докинуть? У нас сейчас вся ткань уйдет на накидки. Глины у нас нет в ближайшем распоряжении, поэтому я тебе вот так накину. Вакапата! Так, закрываем еще одно задание. Сейчас я буду лучше смотреть, что мы за него получим. Бонус к получению вину, который нам нахер не надо. Тростник. Но самое важное, это, наверное, инструмент. Все остальное, ну, такое. Так, почти уравнялись с гневом нашей королевы. Так, таверны — места, где жители могут удовлетворить свои нужды. Моды, потребность, драка, бла-бла-бла. Дом ящер. Да, бляха, лучше бы дом бобров дали. Ну, давай таверну, мы все равно рассчитываем. Мы все равно рассчитываем на таверну. Так, а волокна я тормознул, да? Да, волокна я тормознул, мы упоролись полностью в еду. 23 мясины. Понял. Гуляем, отдыхаем пока что. Так, у нас еще один свободный бобер. Злюканье не выросло. Давайте чуть активнее древесину добудьте. Потому что она сейчас улетит в производство очень-очень быстро. Да, здесь людишки у нас и ткани этот пытаются делать. Так, сейчас полетят шмотки и полетит настроение вверх, скорее всего. Да, вон первые шмотки получили уже. Настроение пошло в гору, пусть и не так заметно, как хотелось бы. Так, зорг свалил. Что у нас здесь закончилось? Грибы мы здесь добывали, грибы закончились. Больше у нас нечего добывать, поэтому пока потусите здесь. Я вас пока сниму с работы. Побудьте разнорабочими. Так, здесь лесоруб прорыл чуть не то, что мне надо было, чтобы он прорыл. Ну да ладно, пока дорогу сюда все равно закатываем. Нам нужно прорыть вот эту область, увидеть, что там есть. И, в принципе, ближайшая область, которую мы прорываем, это вот это. В плане нахождения уже каких-то опасных вещей. Так, товарищи этих подняли всего лишь до 15. Это грустно. Это прям-таки грустно. У нас, кстати, жилья не хватает, да? Да. Про жилье я подзабил. Так. Тут мы ничего ставить не будем, поэтому я могу себе позволить такую шалость. Сколько у нас? У нас 8. Все, закроем их потребность. Что, я что-то выполнил еще? А, еще открылись. О, так, что надо? Пригласить новичка, привезенного поселенца из лагеря, обнаруженных на полянах. Пораньше можно было это дать. Количество произведенных наборов товаров увеличили. Херня собачья. Поднять настрой ящеров до 20. Да пошли вы в жопу. Давайте этот. Так, набор... Строим материалов, набор товаров.
получим буст к волокну и к зерну. Вот это, кстати, нам очень не помешало бы. И бочки эля получим. Ага, ага. 24 огорода, 20 этих. А здесь мы что поймем? Фермер может нести больше вещей. Неплохо. 10 частей очень неплохо. 4 новичка вообще хорошо. Вот это более реальное к выполнению, на самом деле. Честно говоря. Сколько у нас? 20 зерна есть. Мы сейчас, в принципе, все зерно пускаем в одном едином направлении. Так, сейчас пусть откроют поляну, и я этих смещу тогда. Источник глины и немножко ягод. Ну, такое. Честно говоря, ни рыба, ни мясо. Пока что мы можем, кстати, заметьте, оставлять всех лесорубов. По той причине, что они... Мы, точнее, вывозим даже первый уровень враждебности леса. Меня все устраивает. Так, сюда накидываем тогда еще одну ферму. И клепаем зерно. Клепаем зерно. С едой мы вроде бы с горем пополам как-то еще выдерживаем. В смысле? Тут еще грибы остались. Чего их не собрали? Что за херня? Да блях, я не могу ферму поставить. Вы серьезно? А иди в жопу. Так, сюда этот ставим. Этот ставим. Тропинку проделываем. Так, что мы можем здесь докинуть? Вот эти товарищи, вы же по ягодам, да? Да. Вас перекидываем немножечко сюда. Раз, два, шуруйте, добывайте. Нам нужно поставить еще и добычу морского кабачка. Ну и было бы неплохо, чтобы... А почему они здесь не забрали грибы? И они заново появились. Но они вроде не появляются заново, просто так. Насколько я помню. Так, у нас закончился уголь, и у нас древесина пошла на сожжение в наше святилище. Шо херово. Так, жилых домов хватает всем. Замечательно. Так, работяги пришли, порядок навели. Порядок навели, овощи нахер. Оставляем зерно, ставим раз, два. Давайте, у всех теперь есть работка. Правда, у меня есть сомнение, что здесь можно пройти. Да, мы упираемся в ферму. Что не есть хорошо, товарищи. Здесь нужна ваша хелпа чуть-чуть. Вот так буквально. Так, отлично. Ну, смотрите, мы этих подняли до 18. За счет шмоток. Дварфы, говорю. Ящеры до 12. Они откуда копчености взяли? Я их заквас, что ли, получил? Они их произвели? Вы насекомых где-то взяли? Магия. Что я могу сказать? Чистого рода магия. Так, набор злаков все еще клепается или закончилось? Нет, еще не закончилось зерно. Еще есть из чего клепать. Хотя, что-то возмущение имеется. А что с рецептом не так? А, у нас ограничитель. Мансик, прошу прощения. Моя косямба. Так, все, здесь выставили на зерно. Здесь собирают, лес выдалбывают. Сейчас я еще раз проверю. Все, лес выдолбан. Пройти теперь здесь можно, правда не поставили вот это дело. Мы сейчас это исправим. У нас еще остались вообще? У нас еще остались части, супер. Да, с народом у нас, конечно, беда. С народом у нас беда. Так, этот делает два набора, тот сейчас еще два сделает. В коптильне у нас три человека ни хера не делают, поэтому забираем отсюда двоих. Закидываем сюда еще одного ящера. Новички, новички, новички. Насекомые либо плащи. Плащи мы сами сделаем, это не проблема. Насекомые наших чуть порадуют, поэтому давайте насекомых. Камушки. Технология выращивания зерна. Производство зерна увеличено плюс 1 за каждый 25 цикл. Равно плюс 50 к ресурсам, производимым в плантациях. А в плантациях у нас что? Ягоды, да? Ягоды и волокна. Ну давайте, давайте ягоды и волокна. Так, доставляем, собственно, собранные нами наборы. Получаем увеличение рюкзака части, еще 4 новичка. Супер. Ну мы, кстати, почти тютелька в тютельку идем с мадам королевой. Она, конечно, нам не рада, но что поделать. Так, не хватает жилья. 8 штук, 8 мест.
Я переживаю, что у нас сейчас дерево закончится, потому что оно начало сжигаться. И это все не к добру. Достигнут высший уровень, да, все остальное мы уже будем апать. Окей. Так, с этим разобрались, что-то еще. Ага, рецепт. Печенье, мука, шашлык. Мы можем выйти в муку, по идее, и начать зерна делать не бухло, как я планировал, а делать печенье, но... Печенье и бобры, по идее, едят, да? Ну, давайте. Где у нас кладовая? А где она? Я потерялась. Ферма-коптильня. Шахта-лесопилка-дождевая. Вот, мельница. Дождевая мельница. Так, светильную воду потребляет. Сможем сделать, в принципе, достаточно эффективно муку. Где у нас зерно? Зерно у нас здесь и здесь. Ну, давайте где-то вот сюда я вам присандалю. А хотя, лучше, чтобы он к основному складу был ближе. Ну, короче, вы разберетесь. Бляха, здесь-то всратая дорога. Как всегда, в принципе. Так, ставьте сюда. Понимаю, что сейчас часть потратится, которую мы могли бы тратить на шмотки, но ничего страшного. Это же во благо. Это ж не просто так. Так, я добавил только два жилых дома, да? А нам нужно три. Мой косяк. Я понимаю, что они охеревают просто от того, сколько им надо строить. Ну что поделать? Так, малый лагерь охотников, все, да? Мы тогда вас освобождаем, потому что больше ничего нет, или есть? А, есть еще что-то. Лол, да, прям под этим яйца лежат. Ну ладно, давайте быстренько соберите. По еде мы до сих пор каким-то чудом в плюсе, я не понимаю, как это происходит. Ну да и ладно. Так, зерно. Зерно у нас все спущено в наборы. Наборы мы пока тормозим до 10. Потому что больше они нам по квесту не нужны. По квесту они нам не нужны. Пора, по-моему, уже прорываться к этим злосчастным полянам. Так, из 5 зерна получаем 10 муки. При этом можем задействовать грибы и коренья. Угу. Так, это пока не надо. Давайте сюда поднапряжем народ. Вот хотя бы так. Ставим лимит по муке 30. Запускаем. Запускаем. Так, через 2 минуты будет торгаш. Я запутался. Так, вы опять же все добыли, да? Прям все. Нет, не все. Не все. Меня не обманешь. Шуруйте работать. У нас же было место, где мы производим печенье. Скажите, пожалуйста, что да. У нас кладовая с 2-звездочной на муку и дождевая на 3 звезды мука. Это, конечно, замечательно. Мы можем еще лесопилку впердолить, кстати. Лесопилка даст нам более профитный крафт-досок. Но это не столь важно. Таверну мы можем поставить, но пока что мы ее не сможем по-людски задействовать, грубо говоря. Давайте, пусть будет. Я понимаю, что вам лениво. А, я думал, здесь жилой дом был. Я понимаю, что им сейчас до ужаса лениво, но это все надо лучше заранее поставить, чтобы потом знать, что у нас все есть в наличии. Да, проблема заключается в том, что мы не можем сделать печенье. Уперлись в очень дурацкую ситуевину. Так, это дело готово. Отдых, пивашка равно отдых. Да, у нас этого пока всего нет. Ну, пока я сюда никого ставить, наверное, не буду. Хотя мы буст получим. Давайте, ладно. Поставим сюда тех, кого мы не задействуем. Получим буст настроению плюс 3 за счет историй. Это уже неплохо. Это не самый лучший вариант, но это неплохо. Так, здесь я подниму до 30-ки, наверное.
Так, у вас тут что? У вас 20-ка лимит, все нормально. Должны сработаться. По идее, должны сработаться. По идее, мы просто... Что мы такое? А, мы ягоды выращиваем в гигантском количестве просто. У нас основной рацион это ягод. Это грустно. Так, получаем еще два варианта. Ну, давайте. А это мы точно не произведем. Пироги, шашлыки и коптильня. Это вообще мимо, на самом деле. Получим два янтаря за 6 наборов товаров. Это невыполнимо. Мне кажется, что шанс того, что мы вот это выполним, выше, чем вот это. Хотя, казалось бы. У нас точно нет места приготовления пирогов. Это вот факт. Сбор урожая быстрее. Вот это очень надо. Ладно, пусть будет. Так, 50 копчености, 50 шашлыка, 50 солений. Получим кучу инструментов. Заметок о том, как выжить в дикой среде. Увеличивает скорость производства пищи на 20%. 50 масла. Я не знаю, как мы это будем выполнять, честно говоря. Малейшего представления не имею. Торговец не идет из-за бури. Надеюсь, что после бури он все-таки придет. Я еще не уверен, что нам есть чем торговать сейчас. Ну, глянем, в общем. В общем, глянем. Так, лагерь встал. Это у нас лагерь почем? Ага. У нас вот здесь где-то глина была. Давайте, будьте добры. Соберите все, что плохо лежит. Мы его как-то доиспользуем в конечном итоге. Так, сейчас буря закончится, торгаш придет, не придет. Пришел. Ты же моя булочка. Так, что ты нам предлагаешь? Плотницкую нам предлагает. Где инструменты, кстати, есть. Стальные буры, медные руды будет больше добыча. Тайники можно вскрывать. А до этого мы что с ними делали? О, нихера себе, плюс 10 медной руды и 30 древесины за каждый открытый тайник. На... как-то. Написано красиво, а как оно по факту будет? Но это нам точно нахер не надо. Вот это бы я, наверное, взял, хотя у нас медь переработки нет. Что очень грустно, как мне лично кажется. Ну ладно, фиг с ним. Так, давайте смотреть, что мы можем продать. Древесина стоит нихера, в общем, счетом, но мы ее реально можем продать. Реально можем продать. Так, бочки мы, скорее всего, так нигде и не используем. Мы их получаем за крафт досок, насколько я помню. А бочки неплохо стоят. Так, это у тебя, кстати, инструмент. По 2.30 инструмент. Да иди ж ты в жопу. За шоу. Так, хорошо. Это дело по тридцатке. Но оно нас сейчас спасает как раз от того, что у нас древесина вверх пошла. То есть, если бы у нас не было сейчас кабачка, то нам бы нечем было бы жечь наше местечко. А все остальное мы не добили до той, до того количества, что мы могли прям продавать. Наборы это девятка. У нас еще 10 своего янтаря. Но это мало. Это все равно не хватает. Я бы набрал лучше вот простых инструментов, на самом деле, но они, собака, очень дорогие. Я бы их набрал, потому что без них нам будет очень сложно вскрывать, особенно все тайники, которые мы сейчас откроем в новых локациях. Если они там будут. Если они там вообще будут. 0.14 камень можем тоже половину отдать. Но это ужас. 300 древесины даст нам 17... 19, точнее, этой янтаря. Это ужас. Я бы даже сказал, отвратительно. Медные слитки по 0.6. Давай, забирай медные слитки. 16 янтаря. Так, что мы с этого можем поиметь? Мы можем поиметь буквально несколько инструментов, да? 6 штук инструментов за это все дело. Очищающий огонь нам пока что, слава богу, вроде не надо. Уголь по 0.5, кстати. Мы можем обменять на огромное количество угля. Но опять же, нам это не поможет. То есть из того, что он нам предлагает, нам действительно нужны эти товарчики и, возможно, вскрытие, и все. Все остальное нам, в принципе, не горит. А наторговать нам нужно на гигантский объем, я напомню. Ах, ладно, давайте, сколько нам там надо наторговать? Нам надо на 30...
Нажмите, на 28 единиц на торговать. Я не уверен. Я, в принципе, должен все продать, чтобы торговать на 28 единиц. Ну ладно, давайте, древесина, хер с тобой. Сколько? 200 единиц. Нахер. Давай еще волокна отдадим. 30 единиц, это мы уже точно перекроем торговлю. А взамен что я от тебя тогда потребую? Ну давай минимум 4 штуки. У нас сколько? 6 есть. Минимум 4 штуки инструмента. Уголь не нужен, потому что кабачок есть. Этот есть, этот есть. Что у нас там еще по товарам? А, набор стройматериалов. Мы их, по-моему, сможем сделать. Потребность копчености каким-то хером мы удалили. Я так и не понял, как нам это удалось. Ну ладно. Проданные товары. Настрой бобру витамимом. Уничтожить, восстановить мы сейчас возьмемся. Набора у тебя нет, наборы мы должны будем крафтить. Ну давай тогда обратно янтарь. Мне не нравится курс. Курс наш обмена с тобой мне не нравится. 0.49, что-то мы теряем. Мы теряем на торговле с тобой, брат. Тогда и ты немножко потеряешь. Ой-ой, перебор. 48, 54, все. Очень много отдали за нихера. Честно говоря. Можем зато взять теперь взлом. А сколько медная руда стоит? А 0.25 стоит. Древесина в чистом виде тоже херня. А потратим целые 18 янтаря. Давай, не. Давай, гуляй. Гуляй, до свидания. Так, закрыли еще один ивент. Получаем кучу инструментов как раз. Торговцы будут ехать быстрее, еще новички. Супер. Это меня радует. Так, камушки. На всех домах на один больше места. Вот это вообще супер, кстати. Так, странные корни разрывают по всей земле. Производство древесины выросло на плюс один. Но собирательство и посев замедлять не надо, так? Лучше жилых мест побольше. Замечательно. Так, и набор стройматериалов. Сейчас, надо найти, мать его. Так, трубы, шляпа, наборы не те. Не то. Нет, это набор товаров. Как раз, по-моему, в Плотницкой был. А, вот есть у нас. Дождевой мель, так вот же. Набор стройматериалов. Требует любые материалы, но в довольно приличных количествах. Поставим лимит. Сколько нам там надо? 10 штук, да? Скрафьте, пожалуйста, 10 штучек. Я вам сюда накину еще одного бобра. Так, и надо было поставить лесопилку. А я ее поставил или нет? Кладовая лесопилка. Набор товаров. Я ее так и не ставил, да? Пора возместить эту страшную потерю. Поставьте ее сюда. Здесь мы потом уберем крафт древесины. Пока оставим то, что есть. Но у нас есть все шансы поднять бобров до 22-го настроения. Но это будет сложный путь. Так, этот лагерь. А что, выдерживаемся? Что не так? Нет источников нужных ресурсов. А, прошу прощения. Это мой косяк. Так, у вас что? Вы здесь все собрали, но где-то еще были, по-моему, нет ресурсы. Ну нет и нет. Освобождайтесь тогда. Так, здесь у нас что? Здесь все забито, поэтому одного тоже можем освободить. Здесь не хватает кирпичей. Внезапно. А, давайте кирпичи поставим. Лимитка пока 10. Тут сколько вообще народу работает? Двое, да? Ну такое. Могла быть ситуация покраше, получше. Так, лагерь охотников. У нас еще что-то осталось для охотников? No. Для охотников ни черта не осталось. Для вот этих осталось, вон грибы еще. Давайте тогда охотников заберу пока. И лесорубыч, лесорубыч, начинай прорывать проход на эту большую поляну. Нам нужны ивенты, нам надо хоть как-то выруливать. Ничего личного. Ты что, не осилил? Бедолага. Я не знаю, откуда они берут копченость. Я понять не могу. Я что-то потерялся.
30 мяса за каждого погибшего. У нас погибших вроде бы не было. Соответственно, мяса у нас тоже не должно было быть. Древесина, вино. Это я помню, это я помню. У нас нет ни одного буста на копченость. Что вы мне это? Репку парить. Так, это отменяем. С доски здесь всего лишь за 3 древесины, ёпарес. Это же песня. Лимит 30 здесь. Наборов надо 10. Сразу ставим заранее 10. Так, малый лагерь травников переезжает, забирает грибы. Так, и мы открыли страшное место. Так, что у нас здесь? У нас нет капусты. А, мы можем заменить на все что угодно. Супер. Так, нам предлагают еще бобров, либо 15 янтаря. У нас новички пришли, кстати. Сейчас закроем ивент. Да не надо мне этих рептилоидов. Господи, что вы мне их суете? Сейчас. Я ж принял поселенцев, алло. А, это те, которые зоны. Точно, да, я забыл. Это чуточку не то. Так, еще раз, что предлагают? 15 янтаря, либо забрать новичков. Давайте заберем чисто, чтобы выполнить задачу. Миру, Мира. Побежали. Так, здесь у нас что? Вскрыть ящичек, чтобы получить что? Сосуды с маслом. Продвинутая технология производства. 20 тканей. Ни хера себе. 20 тканей это круто, но не так круто, как милость королевы и 20 янтаря. Наборов у нас 20 штук, поэтому да, посылаем сюда парней. Забирайте. Так, в чем же ужас? В чем же ужас? Гармония была нарушена, настрой минус 5, когда мы начнем взламывать. Очки нетерпения плюс 1, уже херово. Так, все виды становятся менее живучими. Настрой падает на 500% быстрее. Твою мать. Так, смола и на что мы меняем? На морской кабачок, ткань и... косметические средства? Нахер оно мне надо? Преобразованный алтарь духа гармонии. Если нужды поселенца удовлетворены, наступает гармония. Каждое уникальное служебное здание добавляет 2 к общему настрою, считается за 9 единиц декорации этого типа. Звучит очень запутанно. Если нужды поселенца удовлетворены, все или частичные? Если все, то идите вы нахер. Если частичные, то тогда это должно сработать. Но наступает гармония, звучит как будто бы нет. Каждое уникальное служебное здание добавляет 2 к общему настрою. Мы можем проверить, чтобы на будущее знать, но мы потеряем очень много в ресурсе. Но мы можем проверить. А давайте проверим. Один раз живем, да? Все дела. Потому что если он даст плюс 2 настроя в зависимости от каждого удовлетворенного интереса, то это будет грязь. Но мне не нравится, если нужды поселенца удовлетворены. Вот это мне очень не нравится формулировка. Она подразумевает все нужды. Ну, множество нужд, грубо говоря. А он не подразумевает одну или несколько. Ну ладно, проверим. Все, господи, что я сам себе придумываю что-то. Так, тут еще куча, кстати, овощей, которые было бы очень даже неплохо собрать. Так, дровосеки в ахере. Почему? Или это не эти? А, это вот эти. Они все добыли. Понимаю ваше недоумение легкое. Давайте вот здесь поколупать. Поближе к складу, так сказать. Все виды супер менее живучи. Давайте, вы уже принесли 10. Давай быстрее, 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 быстрее. Красавелла, быстренько расколдуйте это место. Быстренько не получится, я понял. О, мой бог. Так, здесь тоже запуск пошел. Здесь запуск пошел. Все, молодцы. Огромные молодцы. Если повезет, то мы сейчас закроем одну из проблем. Так, лесопилка готова. Соответственно, вот здесь мы отключаем переработку. Здесь оставляем только глину и ткань. Сюда накидываем 2 бобров. По идее, сейчас жизнь у нас станет чуть лучше в плане траты древесины на доски. Я надеюсь, что будет хорошо. Давайте, 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 я вас верю. Зона говно, но надо что-то с ней решать.
Так, людишек забрали. Закрываем. Получаем что? Наборы товаров плюс один, 15 пайков. Вообще идеально. Торгаш нам случаем не пришел. Через 4 минуты аж будет. Это не то чтобы хорошо. Но мы по чуть-чуть начинаем, видите, идем в нужном русле. В нужном направлении. Так, тут забрать янтарь осталось. У нас глина, капуста. Вы там все собрали? А где они, господи? Они продолжают собирать, но это не то здание. Это не то здание, вот это здание нам надо. Переезжаем все. А почему вот это не отмечено? А? Ну пока ладно, станьте сюда. Ага. Пока что становитесь сюда, но это же тоже капуста. А, это большой, понял. На сбор больших ресурсов у нас ничего пока нет. Ой-о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 й, тихо. Так, пассивный эффект, если нужно поселиться удовлетворенно, наступает гармония. Не вижу я гармонии. Так, лесоруба надо освободить срочно. Лесоруб свободен. Все, плюс один. Так, здесь у нас нихера не происходит. Алтарь у нас нихера не делает. Правильно? Пока что да. Так, отсюда забрали все. Молодцы. В принципе, все, что могли, мы сделали. Все, что могли, мы сделали. Так, что у нас здесь? Эль, о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о. Так, добыча мяса насекомых нам не надо. Апгрейдженный сбор. Ну вот, кстати, мы овощи могли бы эти собрать. Но мы разве без них не выживем? Выживем. Поэтому давайте вот это делаем. Это писарь, который варит эль. Почему нет? В самом-то деле. Ну, блях, это слишком далеко от центрального склада. Давай вот сюда. Писарь, который бухает. Вот это я понимаю. Так, наборчики сейчас доклепаем. И есть даже небольшой шанс. Есть даже небольшой шанс. А, нет, мы не получим. Следующий чертеж мы пока не получим. Так, вы здесь еще глину всю не добыли, а жаль. Так, травник встал. Травник, есть еще что-то для тебя? Для тебя больше ничего нет. Ставим тебя в отстойник, людей освобождаем. Так, настал день. Здесь у нас сколько? 7,7, 7,75. Чувствуете, да? Как мы растем и процветаем. Я тоже не чувствую. А, ну есть. Процветайте. Так, производим ресурс в саде трав. Таинственный ингредиент ЛБМ. Так, получите 10 шашлыка за каждое соление. У нас есть общее здание, которое производит соление. No. No. No, no, no. No. Так, а здесь? В коптильне у нас нет соления. Очень жаль. Очень жаль, потому что я прям ждал. О, так, здесь я не настроил, да? Свитки этот мы останавливаем. 5 зерна. 3 керамики. И можем получать бухло. Направляем сюда смешанную соляночку. Приступайте к крафту бухла. Хотя керамики у нас не фонтан, объективно. И больше ее у нас, скорее всего, не будет. Потому что самой глины у нас немного. Так, сейчас ждем, пока добудут. Сахильда, Сахильда, стоять. Я тебя заметил. Так, что ты нам предлагаешь? Поляну теперь можно исследовать более тщательно, получить 20 керамики за каждую открытую поляну. Это прикольно. А, так, огненный ритуал, топливо очага горит на 25% дольше. Вот это тоже прикольно. Производство ткани плюс 2, вот это вообще имба, на самом деле. Это вообще имба, потому что у нас шматья на самом деле не совсем пока хватает. Так, керами. Я думаю, что мы топливо все-таки возьмем. Оно чуточку важнее, потому что сейчас у нас сжигание кабачков закончится и все. Ага, было. Так, хорошо, это у нас 18. Ты нам еще что предлагаешь? Ты нам предлагаешь. Жаль, что у тебя рецепта нет здания, которое производило пирожки или печеньки. Ну, лучше печеньки. Это бы улучшило наше положение точно.
Так, хорошо. Это мы не отдаем, это мы не отдаем, это мы не отдаем. У нас куча ягод. Куча ягод, куча ягод. Наборы, кстати, 10 собраны, мы можем их, по идее, продать. А ну, подожди. Стоять, стоять, я сейчас закрою задание. 10 инструментов, получаем что? Больше печенья сможем крафтить, когда мы его не можем крафтить. Рост лаков быстрее на 25, сбор урожая быстрее. Вот это вообще супер. Это вообще супер. Твою мать, не вижу. Да, 8.75, здесь 6.97. Ушатали просто. Ням-ням-ням-ням-ням. Настрой 2 единицы нам не хватает. Уничтожены или восстановлены руины мы так и не нашли. Руины, чтобы их восстановить или уничтожить. Ну ладно, давайте решать по пути. Так, горение огня. Мы можем и керамику взять. Мы все равно сейчас бухло будем делать. У нас керамика будет улетать постоянно. Какая у нас пропорция производства бухла? 10 бухла за 3 керамики. Что произошло? 10 бухла за 3 керамики. У нас в наличии 0 керамики. Я напомню. Поэтому да, давай вот этот буст нам еще сверху. В придачу мы обменяем у тебя что? Я, наверное, пока ничего продавать не буду. Нам это все... Ну ладно, наборы можем продать. Давай, набор раз, набор два. Это 13. У него мы что можем забрать? Да нам, в принципе, наверное, ничего из этого не надо. Топлива у него как такового нет. Кирпичи у нас, глина на кирпичи еще есть. Сама глина тоже есть. Овощечи нам не горят. Это мне тоже не нравится, что у нас разница в цене. У него 0.33 овощечи, у меня 0.20 с чем-то. Это херня собачья. Ладно, давай янтарь. Будем с тобой на барыжническом языке общаться. Я тебе могу накинуть еще древесины. Вот так, все, сторговались. Гуляй, Василий. Я думаю, что мы готовы открывать следующую локацию. Потому что иначе нам будет худо. Здесь 16, они как не соберут. Вы что, рукожопы? А, они отдыхать после, я понял. Им лишь бы поотдыхать. А я нигде не получил новые места посадки, кстати. Ня, прикиньте. Ни одного нового места. Так, лесоруб, перебирайся сюда. Вскрой быренько маленькую полянку. Тихаря здесь, чтобы никто не видел. Мы тебе дорожку дадим. Или нет. Или нет. Вот здесь, если деревце уберешь, тогда будет тебе дорожка. Пока ничего не будет. Так, и готовимся открыть. Где у нас второй лесоруб? Второй лесоруб. Это не лесоруб. Второй вот здесь что-то колупал, да? Да. Ребяточки, вам пора переехать. Переехать ближе к любой из этих локаций. Вскрывать. Мы готовы, мне кажется, к следующему ивенту. Так, у нас еще новички. Новички плюс мясо. Мясо это всегда хорошо. Мясо это всегда хорошо. Два лизарда в любом случае. Забирай. Накоптить-то мы накоптили, но этого нам недостаточно. Так, плюс 20 настрой. Начало появляться бухло. Давай-давай-давай, у нас есть все шансы выйти в плюс 22. Давай-давай-давай-давай-давай. Сейчас закроем наконец-то бобровье настроение. Продержитесь минуту, пожалуйста. Одну минуту продержитесь. Разве я много прошу? Я прошу совсем кропалик. У людей 27 настрой. Понимаю. Так, 20 секунд. Держись, бобер. 23, красава. 3, 2, 1. Отлично. Закрываем еще один. Получаем скорость добычи древесины. Печенье, кстати. Инструментарий. Так, и теперь самое дебильное. Нам нужно просто восстановить одну из структур. А, стоп, подождите. У меня сейчас 9.75. Я уже начал получать репутацию от вас? Нет. А каким хером я тут должен выйти в плюс 12? Открывая всю вот эту шляпу на карте, что ли? Мне это не нравится. У людей 29. Это грязь. А, окей, давайте рецепт смотреть. Доски со шлыки... А, вот теперь у нас выбор. Либо печенье.
на кухне. С шашлыком, кстати. А нам нужно соленье и шашлык, чтобы закрыть. Служить народу задание. Жопа. Ну давайте начнем с печенья. У нас дохера муки будет в перспективе, скорее всего. Кстати, где наша мука? Где наша мука? 40 единиц у нас есть, да. При том, что зерна у нас 115 лежит. Запускаем производство кухни. Блях, вот здесь бы надо было бы вычистить территорию на самом деле. Ну ладно. Так, ставим кухоньку. Я думаю, что печеньки запустим и будет уже повеселее. Печеньки ставим лимит 30-ка. А давайте 36, чтобы было красиво. Так, с чем мы их делаем? Мы тратим 8 муки и, допустим, травы и ягоды. И получаем 12 печенья. Звучит ли это хорошо? Звучит это восхитительно. Так, давайте я копчености тормозну. Копчености тормозну. И все, что вы найдете, мясное, съедобное и тому подобное. Я копчености могу использовать, чтобы делать шашлык. Это грязный ход. Так, и здесь тоже используйте все, что видите. До 30 тоже пусть будет. Так, открыли зону. Быстренько, не теряем время. Так, светлая вода. Что у нас есть за варианты? Чистая роса. Получить 2 хрустальные росы за 10 ягоды. Такое. Плюс 2 хрустальные... Я понятия не имею, что такое хрустальная роса. Серьезно. Даже малейшего представления. Набор из стройматериалов. Так, плюс давайте вот это, наверное, все-таки. Ящеры вперед. А что у нас можем поменять на что? На 13 бочек, на 6 инструментов. Нет, давайте лучше воду. Воду я могу заполнить. Так, а добав какой? Двигатель оборудования нестабилен и может взорваться в любую минуту. Уничтожит все в радиусе 10 полей. Чего? А ну быстро несите туда воду. Тушите это говно, я вас молю. Так, здесь у нас что? Капуста у меня вообще есть? У меня нет капусты. Ягоды несите. Так, людей нам освобождать уже не надо. Поэтому забираем бабло. Или надо, подождите. Не, у нас народу дохера. Даже с учетом тех зданий, которые мы сейчас поставим. Поэтому забирайте бабки. Так, а здесь у нас плюс добыча глины, 35 плащей, 50 глины, 50 тростника. Я хочу все-таки буст по королеве получить, потому что мы заданиями не добьем максималку. То есть, как ни крутись, как ни вертись, мы это не добьем, поэтому давайте вот так. Так, фас, надеюсь, с этой зоной вы быстренько разберетесь. У людей 31, юпи! Очко в репутацию в минуту у нас поперли. 0.42 в минуту, найс. Наконец-то. Постоянный прирост. Так, здесь мы получаем, наконец-то, добычу яек. Точнее, этих мяса чистого. Так, этим вы у нас занимаетесь. Переезжайте сюда. У вас теперь второй дом здесь. Выводим дорогу, коннектим. И назначаем сюда товарищей. Естественно, лизардов. Оно прям пыхтит. Оно прям пыхтит. Меня это пугает. Пыхти поменьше, брат, пожалуйста. А у этого, кстати, прирост указан. 0.24 в минуту, а у нас 0.41. Умажься, говну собачь. Так, лесорубы, в принципе, можно перенести. Стоп. Высокая враждебность. Тихо. Ты какого хера вообще, дровосек? Уйди отсюда. Недостаточно. Еще. Что, опять недостаточно? У нас за жителей мега дебаф просто. Ну и год. Год уже тоже не тот. Он должен понизиться, алло. Ладно, где еще дровосек? Дровосятина, дровосек. Уйди. Все, понизили. Это жопа. Нам бы побыстрее с этим всем разобраться, на самом деле. Буду его нахер. Все, взяли за работу, по идее рвануть не должно. По идее не должно, но это не значит, что не рванет. Так, здесь собрали. Здесь почти собрали.
Давайте, давайте, нам чуть-чуть осталось. Тыц-пердыц, отлично. Сколько осталось? А, я же выбрал следующую, да? То есть нам 14 надо. Окей, я согласен. Так, храм, дом людей, бобровая хата. Вот сейчас бы нам как раз дома лизардов не помешали бы на самом деле. Потому что бобровых людей мы как-то еще можем устаканить, а вот лизардов нет. Так, храм нужен был, по-моему, людям, да? Да мне нихера из этого не надо. Пусть висит пока. Пусть висит. Так, про торгаша, надеюсь, я не забыл. Лагерь жнецов. Есть что-то, что вам добыть? Есть еще. Идите сюда. Лагерь каменотесов. Для вас точно была работа. Колупайте. Так, я здесь проверю. Ага, все. Вы все запустили, что могли. Ты же не рванешь? Позязи не надо. Все, отлично, репу получили. У нас ровно 12 почти. Это хорошо, но этого пока недостаточно. Так, еще камушек. 5 краски за 10 насекомых. Получить 3 набора за каждого поселенца. Уже поздно, правда, получать этот бонус. Ну ладно, пусть будет. Так, возвращаем наших рубак-кромсак. Где-то есть зона максимально тонкая. О, вот здесь, по-моему, то, что надо. Так, вот здесь быренько. Вот так проройте. Сюда быстрее, кстати, было бы, по-моему. Ну ладно. Так, тебя забираем. Соленье, шашлык, соленье, шашлык, 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 соленье. А я что, я печенье выбрал, да? Я пошел по пути печеньки. Так, запускаем сюда в работу бездельников. Так, шашлык по мере возможного делайте. Если нет возможности, делайте печенье. Все очень просто. Так, ягоды я разрешил, да? Да. Усё под контролем. Еда, правда, улетает что-то очень активно. И у нас нет мест под ферму, вот что самое дурацкое. У нас здесь есть еще что похавать, собрать, но самих мест нет. Торговец старый Фарлуф. Так, что ты хочешь? Простые инструменты при производстве. Мимо. Производство древесины веселее. Вот это я взял бы сразу. Тайники в лесах вскрываю. У нас не было до сих пор ни одного тайника. Что самое смешное. Короче, оставь это себе. Так, у тебя что есть? У тебя есть еще инструменты. Вот они мне нужны. Дорогие собака. Ну что ж поделать. Щущ поделать. Так, я тебе ничего взамен, наверное, не отдам. Поэтому будем с тобой торговаться чисто по факту. Давайте, чтобы у меня было 20. Это мы сможем оформить? То есть нам надо 14, это 32. Окей. Это хрен тебе, лопнешь. 32, я тебе накину, давай, например, наборами. А, кстати, мы наборами можем часть снять. Часть снять, как и строительные наборы. Набор, кстати, по-моему, того вообще не стоит. Ну, типа... Да, они вообще того не стоят. Поэтому чистый янтарь мы можем вернуть на базу. Ну, давай, что ты мне еще можешь дать по мелочи? Дай мне, не знаю, глину дай. Много. Нормально. Все, торганулись, свободен. Так, ждем вскрытия еще одной поляны. А тут у нас что? Ты у нас почем? Почем специализируешься? Он специализируется по грибам. А, бляха, это среднее, наверное, да? Это большое место сбора грибов. Идем мы в жопу с грибами вашими. Так, по корешкам ты не специализируешься. А те, кто специализируется, сейчас заняты, да? Судя по всему, да. Эти собирают овощечь. Пусть собирают, что я могу сказать. Вон, лесорубы уже почти прорыли. Если вы заранее здесь заложите дорожку, я был бы рад. Так, смотрим, что за проклятие. Магия рыбников превентивно, но работает. Уничтожает все дороги в поселении. Иди нахер. Их скорость замедляется на 30%. Здесь что? Враждебные леса недолго увеличены с 150. Если активны соответствующие полянные события. Твою мать. Так, здесь что? Грибы, сосуды.
Гармония. Тотем духа дождя, очищенный священным пламенем. Враждебность уменьшается 50, считается за 5 единиц декора этого типа. Я нихера не понял. Тотем духа дождя, очищенный священным пламенем. Враждебность уменьшается на 50, считается за 4 единицы декора... А, все, понял. Но не понял, нахера его считать за декорацию вообще. Ну ладно, как скажете. Направляемся до наших скоростных лизардов. Быстро. Сейчас будет очень неприятно. Я надеюсь, что сейчас не начнется буря. Уровень 5 враждебность. Не надо, пожалуйста. Так, здесь у нас еще плюс. Еще плюс меня интересует. Меня, правда, смущает, что здесь 14 инструментов уйдет, а у нас их всего 20. Ну окей, давайте. Здесь тоже есть 0,75, сволочь. И 10 у нас не хватит инструментов. Дело шляпа. Дело немножко шляпа. То, что вы это дерево срубили, это, конечно, топ. Но это было не обязательно. Сколько мы... А, мы потеряли плюс основной, да? Херово. Ну, в общем, нам надо сейчас каким-то раком набить 2 единицы еще. Это немножечко больно. Еще ребята хотят прийти. Ребята, я с удовольствием вас пустил. Ну ладно, давайте вот этих пущу. У них еда есть. Пущу и сразу же их же буду этой едой кормить. У нас нет ни одних руин. Вот в чем проблема. У нас нет руин, и мы не можем закрыть одно из заданий. Что очень-очень плохо. Так, пирогами даже не близко не пахнет. Давайте, ладно, где дом людей? Нам людей сейчас проще всего будет поднять до нужного уровня. Твою мать, я не остановил производство, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где оно, господи? Не здесь, вот здесь, да? Остановить. Не тратьте древесину, почем зря. Так, сколько у нас людей? У нас 25 людей на секунду. 25 людей на секунду. Это очень много надо будет поставить. У нас кирпича столько не будет, скорее всего. Ну ладно, давайте. Мы, в принципе, по идее, можем заместить существующее здание. Ну давайте пока поставим, где влазит. Где не влазит, мы тоже, конечно, поставим. Так, это уже 5. 6. 7. И чтобы наверняка 8. И обычные тогда дома мы уже сможем посносить. Суть в чем, что это даст им дополнительный буст по жилью. Максимальный плюс 3. Соответственно. Самое важное, они выйдут скорее в очень большой показатель этого настроения, за счет чего мы получим буст к репутации. Но, кстати, у них ограниченное количество репутаций, которые они могут дать. 30-кой, правда, ограничено. Довольно огромное ограничение. Открытое, я бы сказал. Так, справляетесь? Инструменты у меня там не появились, случайно? Не. Сами собой они никогда не появляются. Не дождешься, как говорится. Давай, давай, красавчик. Минус 50. То есть у нас упало до 3 уровня. У этих сразу же плюс к 30. А сейчас будет еще выше. За счет зданий. Во-во-во, стройка полетела просто. Плюс 41 они дают в минуту. Сейчас еще репа подрастет, скорее всего. Так, лагерь жнецов. Вы еще где-то можете быть полезны? Они могут быть полезны. Ну так будьте добры, будьте полезны. У нас осталось уже меньше одного поинта собрать. Королева, тем не менее, более-менее спокойно. Ой-о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 й. А что ж так плохо стало рептилоидом нашим? Лесорубы, отмена. Лесорубы. Где они, господи? Полная отмена. Не хватило? Серьезно? Ну да, мы страдаем из-за того, что у нас 66 жителей. У нас всего лишь один очаг. Другие позитивные эффекты у нас минус 50, это вот этот тотем. Мы, по идее, можем поставить еще один очаг, но его надо будет тоже сжечь. А я как бы не хочу. Ну потерпите, лизарды. Я не знаю, справитесь вы или нет, но перетерпите. Иначе никак.
При том, что мне чуть-чуть не хватило, чтобы сбросить полностью. Так, а где у меня второй лесоруб, подождите? Вот здесь, да? А, так я не докинул. Сейчас. О, все. То есть теперь нам нужно полностью убирать лесорубов. И тогда мы возвращаемся на уровень враждебности 2, которого хватает для того, чтобы не с ума не сошли ящеры. Это опасно. Это прям опасно. При том, что нам нужно, чтобы постоянно работала куча лесорубов. Иначе нам не хватит топлива. Твою же мать. Да за шо? Давайте, все в работу. Так, настрой сразу же растет к 31. У ящеров 15, ну нихера себе, а что вдруг? У нас общий прилив сейчас должен быть. А почему эти мне не дают буст? А ну быстро поднялись, дали буст. 34 они требуют, чтобы поднять буст. Вы шо, шакалы дикие? Я до 34 не дожму, сорян. Я, может, и хотел бы, но увы. Все, репа оборвалась, да? Да, нам не хватает херни вообще собачьи. Ах, ти твою мать. И вот эту херню мы вот здесь могли бы забрать. Да? Да. Но нам не хватает инструмент. Но молимся на торгаша. Что я могу сказать? 55 секунд. Молимся на торгаша. Получить 2 интереса за набор, иди нахер. На увеличенное количество набора пусть будет. Так, еще один лагерь встал. Это вы у нас по корешкам. Давайте. Дорогу вам сюда прокинут, скорее всего. Ожидайте. У нас много лишних домов сейчас получается, а постройки нам не считаются, да, в минус? Угумс. Они не считаются. Но мы чем больше полян открываем, тем хуже нам становится в плане враждебности лес. И это страшно. Это ужасно. Так, добро пожаловать. Пожалуйста, скажи, у тебя есть инструменты. Барышня, я вас обожаю. Забирайте нахер сколько вам надо. Пошла в жопулю. Конгретулейшн, мать его, етить. Да, этот ресурс. Кто угодно, бегите. Запускать. А что у тебя было? Травы, ягоды, грибы, сбор, кстати, второй. Производство ткани увеличено. Необходимая мебель дополнительно дает плюс 1 к настрою за каждого поселенца, имеющего дом. Этот эффект применяется к поселенцу во время их отдыха. А ну-ка. Там должен быть просто дикий скачок, по идее. 32, 33, 26. 34. То есть мы сейчас можем еще и добить этим. 35. Неплохо, неплохо. Сейчас еще и хороший день. Сейчас у них еще настрой поднимется. Плюс 48 в минуту. 0,48 точнее. Это неплохо, это неплохо. Правда, что они недолго дают. Вот в чем проблема. Ну ладно. Давайте, лизарды. Вы доделаете свою грязную работку и все. И можем врываться. Новички, новички. Ну давайте Тешу с едой. Те, что приходят с едой, тех мы приглашаем. Что без еды идут нахер. Так, 98, 99, 100. Найс! На второй сложности мы все-таки умудрились пройти. Ой, завершили целую кучу актов. Сейчас нам еще опыта навалят. Победите в игре не менее чем с 25 людьми поселения людей. Найс. 48 запасов пищи. Вернусь к карте мира. Фух, ну это было неплохо. Проблема в чем, что мы сами себя закапываем постоянно, получается. Меня это угнетает. Но, кстати, по ходу событий мы не так много прожили. Закапываем себя сами, потому что чем больше полян открываем, тем нам хуже. Чем дольше времени проходит, тем нам хуже. Ну, короче, фу. Очень неприятно. Так, что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Так, ты нам сразу открываешь... А, необходим 5 уровень, иду в жопу. То есть вот эти можем открыть. Нетерпение королевы растет на 2% медленнее. Позволяет осуществлять контроль за тем, что потребляется в вашем поселении и кем. Давайте, вот это очень важно. Так, все виды топлива горят в очаге на 2% дольше. В начале каждого года количество вариантов предлагаемых краевых камней увеличится на 1. Тоже класс.
Вы получаете 1% шанса получить дополнительный материал во время производства. Ну, 1% это вообще ни в какие ворота. Еще бы 0.5 написали, ну серьезно. Так, вы можете выбрать начальное улучшение, начиная постройку поселения новички. Пусть будет. Пусть будет, в любом случае это буст. Но, ребятки, каточка долгая получилась. Я опять же таки извиняюсь за то, что видео затянул. Но, в любом случае, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно, нужно нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.